Как минимум серебряную медаль обеспечивают себе Наталья Хибуллина и Илья Книжук. Ну а мы встречаем лидеров, учеников Тамары Москвиной и Артура Минчука, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, спортсменов, которые готовы отправить нас на концерт Элвиса Пресли. Не дают шанса никому. А спектакль продолжается.
Был, естественно, вопрос по поводу Натальи Хабибуллиной и Илья Книжук, поскольку они стали победителями первого этапа, который также проходил здесь, в Москве, и обыграли тоже... Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Не просто пару, не пару просто с именем, пару, да, с колоссальным опытом. И вот здесь интересно, а навяжут ли борьбу Анастасии Мишиной и Александру Галямову? Но, как вы сами видите... Высочайший класс сейчас демонстрируют воспитанники Тамары Николаевны Москвиновой. Вот она на ваших экранах. Ну да, все вопросы, я думаю, отпали. Уже нет сомневающихся в итоговом, в окончательном результате. Показали класс и истинный лоск настоящих чемпионов, спортсменов, которые четко понимают, на каком уровне они выступают. И уже, смотрите, уже... умеют и, главное, любят работать с публикой, знают, что нужно дать зрителю Насте с Сашей, и показывают буквально каждым своим жестом, насколько они хороши, насколько готовы брать медали. Ну и как, конечно же, будут звучать слова благодарности этому великому тренеру, но и... Спасибо. Стандартный поклон от учеников Тамары Николаевны Москвиной. Благодарит Саша всех зрителей, которые сейчас здесь, в этом ледовом дворце. Ну и аплодисментами зрители благодарят эту пару за то яркое выступление, которое сейчас продемонстрировали ребята. А Тамара Николаевна, ну это просто человек, который... ни на секунду не останавливается, постоянно что-то ищет, слушает, что говорят вокруг, смотрит, подглядывает, но только для того, чтобы и дальше развиваться. И в плане тренерства, преподавательства, ну и также, конечно, чтобы это все мастерство передавалось ученикам. И постоянно что-то придумывает Тамара Николаевна. Уже вот эту ее ладошку на маникюренную оценила публика. Сегодня открою маленький секрет. Ладоней было уже две. Ну и то, что показывают ее ученики, это высочайший уровень, потрясающий просто класс. При этом есть еще куда прибавлять Мишиной Галямовой. Ну, Тамара Николаевна считала где-то вороты в Тодосе. «Love me tender», «Люби меня нежно» настаивал в одном из своих самых известных произведений Элвис Пресли. Этих спортсменов нежно любят многие и многие сотни тысяч зрителей по всему миру. Тут мы просто общими усилиями затащили так слегка. И это они расслабились, заметьте. Для второго поката. Но это, конечно, умение сочетать в одной программе и технические элементы, и свою харизму, эти образы. Ты где? Это Анастасия Мишина своему партнеру. Я здесь всегда с тобой, чтобы поддержать в нужную минуту. Излишне, наверное, говорить о баллах. Очень высокие оценки. Причем очень высокие. Это не перебор. Ну и по сумме тоже. Они далеко, далеко впереди любого из ближайших конкурентов.